О, здравствуй. Рада тебя видеть. Тебе удалось нечто невероятное. Дать нам надежду. Мы с Келса обе упустили из виду, как это важно. Мне очень неловко снова просить тебя об услуге. Но если будет время, загляни в полицейское управление на Индиана-авеню. Есть дело личного характера. Несрочное, но важное для меня. Главный стратег изгоев действительно находится в конференц-центре «Потомок». Если схватить и допросить его, мы узнаем, что они задумали. Келса отвлечет их, ты пойдешь за целью. Надо будет перекрыть ему пути отхода и прижать как следует. Ты нужен мне в «Потомке». Эмилин, здесь от меня будет... Кто-нибудь... Ты нужен мне в «Потомке». Все, я тут. Че ты где? Шо? Контрольная точка противника. Дойти бы до туда. Давай, иди, я к тебе протянусь. Найдено электронное устройство. Тише. Вот так. Уже лучше. Каковы его шансы? Полковник Риджвей. Плохо, сэр. Он поймал пулю. Лечим пенициллином, но рана загноилась. Можно обезболить морфином. Сколько у нас ресурсов? Если честно, сэр, нам не хватает. И не только лекарств, но и персонала. За этими дверями толпа гражданских. В таких условиях очень сложно отделить зараженных от здоровых. Новая поставка медикаментов. Надо захватить их главного стратега. Я займусь главным входом. А ты иди к северо-восточному. Если перекрыть северо-восточный и главные входы, мы в любом случае его перехватим. Ты проходил эту миссию? Агент, над выдвижными столбиками у ворот припаркован автомобиль. Вы можете поднять столбики и использовать машину как таран. Нифига, а где эта тачка? А, ну вот машина. Вон, все. Нормально. Какого лысого? Будь здесь,
Есть. Главный вход чист. Агент, нужно лишить их основного пути отхода. Лодок. Они находятся к северо-западу от тебя. Я послежу за главным входом, чтобы этот гад не вышел. Двоих сразу шотнул. А, нет. Я одного. Я думал, одной пулькой двоих прошел. Нифига себе, что за бомбы такие? Приклеилась ко мне взорвать. Так, чё? А, вон туда. Тревога! На нас напали! Отходим! Обнаружен эхо-маяк. Защитите их любой ценой! Теперь мы точно знаем, что он дома. А где он? А, ну фикси. Вижу скопление противника у пристани. Они охраняют лодки. Они должны ждать приказа к отплытию. Если стратег доберется до лодок, мы не сможем убрать его. Иди, ты уже почти на месте. Ну, давай.
Меч. Блять, слева. Блин, не могу попасть. Попал. Еще лезет на пулемет. Вали его, вали, вали. Во. Еще лезет. Обезболивающее не забыл. Обходим сзади. Да блин, а. Я заряжаю. Прольем кровь. Да блин, обоих убило что ли? А нет, только меня. Я возрождаюсь. Но. А где его этот? Подумал. Стоим. Убили! Опять за пулеметом. Меня стреляют. Бел. Справа, да. 35 тысяч. Нормальная. Нет, не лезет. Ну все, они кончились. Один остался. Справа, да. Все. Кончились. Ты почти у пристани. Надеюсь, успеешь. Справа толпа. Внимание! К лодкам идут большие силы противника, но стратега там нет. Oh.
Я заднего заберу. Вон тут ящик. А, тут аптека, если надо... Ща. Эти сволочи не будут нами править! Че там сзади? Я двигатель сломал. Че, вон сломать надо. Черт, Келса. Ладно, меняем план. Раз лодки выведены из строя, значит объект внутри. Он не должен от нас уйти. Черт, они прут со всех сторон. Я... Охереть, сейчас мы придем. Связи нет. Вот и телка. Келса? Келса? Черт, агент Келса не отвечает. Странно, не видно никого. Что за, что такое упало? Сзади, сзади, сверху. Блин, валя, 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 валя. Ты как там? Что, сука? Ну что-то я вообще не при делах. Тебя валят. Обди!
она. Испеклись. Так, а как тут наверх залезть, а? Там шмотка. И чё, и как, блин, залезть реал? Чё за фигня? Ну вот, где мы этого грохнули, вот здесь вот. Синяя шмотка и какой-то этот ингредиент. Блин, не, ну реал как-то же можно. Не лестеньки, ничего нет. Может, с той стороны можно залезть? О, отсюда, наверное. Нет? Не залазит. Да выход вон. Ладно, фиг с ним. Пойдем. Вниз идет. Без Келса задержать стратега будет непросто. Успех операции в твоих руках. Им придется идти через театр, отрежьте им путь и убейте! Что с тобой не так? А чё? Театральное представление. Это были выстрелы? Агент, это не наши. Нужно зачистить здание. Это что, Келса? А я в него стрелял. Я думал, да. Враги. Ну вот, в Келса я стрелял. Мои часы сдохли вместе с рацией. Слушай, прикрой меня, пока иду я не доберусь до балкона, а потом иди в концертный зал. А, слава богу. Нужно укрытие! Бежал, бежал, хоп, развернулся такой. Кто там?
Нахер, нахер. Зря убежал. А, ну все, да? Кончились. Да. Вот и сцена. Только это, не стреляй сразу, здесь. Вы правда решили, что я буду сидеть и ждать своих убийц? Смотри на экран. Туда, куда я вас заманил. Так. А, в Келси, наверное. Нифига, чел подошел плотно. Надо убить эту козлу в желтой повязке. Надо. Вон наверху. Замечен огонь. Эх, нравится мне пулемет. Нифига. Огонек. Блин! Умру, нет? Может. Да я убью сейчас его. И лут сразу возле меня оказался. Нифига, чувак спрыгнул резко. Наверху. Толстые, толстые, да. Блин, сгорелся. Да, я горю. Ну и где? А почему я опять сгорелся? Откуда они берут артисты? Видать, специально, чтобы на балконе не сидели. Пец. О, слушай, тут есть это. А, вон жердяй. Не, надо его со снайпером.
Все, брони нету, чувака. О, нифига его. И че, все что ли? Нет, не трогайте, я все сделаю! Ладно, успокойся. Хорош позориться. Мы взяли его. Отличная работа, агент. Перчатки, кобура. Мы смогли бы это сделать только вместе. Возвращение в Вашингтон без своего стратега. Это Далее. Должно спутать им все планы. И мы наверняка сможем получить от него ценную информацию. Уж Келсо сумеет его разговорить. Левел апнул. Закончился? Мы живы? Мы выжили. Это самое главное. Что там за война у тебя? Что за видос? И чё? А, точно. Нифига, не знал. Назови имя. Твое имя. Джейсон. Полное имя. Хьюзнер Джейсон. Хьюзнер. Да. Архитектор наших мучений. Я только составил план лагеря. Карантин придумал не я. Нормально, я против этого. Да, но не пытался остановить их. Ты им помогал. Фига там, чувак. Я не хотел. Чувак взорвал себя такой. Я все посмотрю. Ты выполнял приказ. И ты не виноват. Все по очереди. Че ты отдохнешь или че? Ну давай. Ты как? Я тут буду с чем. Готов. Ну давай. Эмилин узнает об этом.
Ты герой. Не забывай меня. Не забуду. Рядом позиции под охраной противника. Здравствуй! Вижу дополнительные вражеские цели.